Это их день. День защитников. Истинных, честных воинов, защищавших и защищающих наш покой и мир. Сегодня, как никогда, это особенно ценно и важно говорить и о тех, кто участвует в специальной военной операции. Это современные герои, мужественно несущие службу. Не только на словах, но и делом решили проявить внимание семьям военнослужащих в зоне СВО сотрудники администрации округа. Заместитель главы Виктор Семин с коллегами посетили два адреса, чтобы поблагодарить родных и лично поговорить с героем. То есть там больше года, да? Я уже там полтора года. Мы сразу с корабля на бал. То есть прям обучение, провоз и сразу за ленточку. В преддверии Дня защитника Отечества Виктор Семин также навестил семью Сергея Деревенчука, который погиб 5 октября 2022 года в зоне проведения СВО, выполняя боевые задачи. Посмертно награжден Орденом Мужества. Спасибо вам за сына. Царство его небесное, но как есть, но вы воспитали нормального, серьезного, настоящего россиянина. Спасибо вам. Семьи погибших участников специальной военной операции находятся в зоне постоянного внимания руководства городского округа Щелково. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.